Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители, с вами Синеман. Продолжаем проходить мод «Золотой шар. Завершение». Как обычно, в начале видео желаю всем приятного просмотра. Вот, ну что же, я поспал, у нас продолжается прям удивительное приключение на данной локации, именно на армейских складах. Вот, и давайте-ка подойдем к этому товарищу прапорщику снова подойдем и скажем ему, что ж ты, мол, мужик, придуриваешься? Мы все выяснили. Ты шпион. Ты работал вместе с Пантелеем. И ты именно украл приборчик. Из-за чего и произошла авария с этой антенной. Вот такие дела. Вот. Ну и мы предлагаем ему как бы обмен. Приборчик взамен на код от этой антенны, чтобы ее включить. И тем самым как бы именно убрать аномалию на барьере. Хорошо, по рукам. Вот, получили мы код, а также получили еще и рацию прапора. Рацию прапора для связи после того, как мы именно включим антенну. Вот, тут живут неподалеку люди. Неподалеку живут люди на двух хуторках, северном и восточном. Попозже мы с ними попробуем с помощью этой рации, что ли, как бы пообщаться и поближе познакомиться. Замечательно. Тут еще кое-чего есть, как бы, что ли, просьба, чтобы мы проникли в комнату командира. Мы хотим кого-то проникнуть, но, по идее, зачем нам туда проникать, если мы уже дверьку давно открыли? Вот это мне непонятно. Ну, и да. Что теперь? Это мне совершенно непонятно. Вот мы уже прямо здесь. Что же здесь такого прямо ценного? О чем нам говорит кукла и как вообще этого человека уговорить, тоже непонятно. И надо ли вообще, в принципе, это нам? Так или иначе, тут еще есть миссия одна по поводу того, чтобы мы убили каких-то мелких тварей на складе. Хорошо. Поможем. Получили ключик. И давайте-ка попробуем помочь этому товарищу прапорщику. Убьем тварей на складе. Бежим прямо вот сюда. К этому замечательному складу. Вот, да, кукла еще увидела тайничок на дереве. Попозже мы его возьмем. Но пока заходим прямо вот сюда. Прямо вот сюда заходим. Да. Вот и находим. Вот находим такого прямо уникального тушкана. Прямо король тушканов. Отлично. Убили мы его с помощью перекати поля. А вот его что ли как бы свита. Свита этого короля. И мы тоже ее убиваем с помощью артефакта перекати поле. Вот такие прямо чудеса. Расчудесные. Замечательно. Покойтесь, ребятки, с миром. Покойтесь с миром. Давайте-ка проверим тайничок. Что же в нем? И вернемся обратно к нашему товарищу прапорщику. Вот так. Сбили тайничок. И что же в нем? Какие вещи? Отлично поймал. Отлично поймал. Вот такие вещи. Артефакт жаба, вот косырок и бупрофен. Отлично. Возвращаемся обратно. Так, вот мы вернулись обратно. Вернулись обратно к этому прапорщику. Отдаем мы голову ему. Ну, только показываем. Твари там были. Вот, например, голова одной из них. Ни хрена себе башка. Ладно, раз так, то ты заработал награду. Ну, спасибо. Получили грибочек еще один. Вот такой замечательный грибочек. Пускай пока будет у нас. А мы уже бежим прямо к этой антенне. И давайте попробуем ее все-таки включить. Попробуем мы ее включить. И тем самым уберем аномалию. Ужасную аномалию на этом барьере. Так. Аккуратненько поднимаемся повыше. Фуф. Да, поднимаемся повыше и включаем с помощью кода, полученного нами недавно. Ну-ка, проверим. Еще разочек. Это все не то. А вот тут вот именно то. Ну-ка, где код? Где же он здесь? Не вижу. Вот он. Так, 6-5. 7-0.
Вот и все. Заработало. Ух ты, появился гигант. Появился отличный гигант. Миссию мы обновили. Аномалию разрядили. Сканирование радиоэфира. Отлично. Ух ты. Вот это да. Чернобыльская Народная Республика. Аварийный маяк ВСУ. Вооруженные силы Украины. Или военные. Хорошо. Грубо говоря, провели мы сканирование. Сканирование радиоэфира. Как, в принципе, уже нам и написали. Так, но тут-то аномалия. Тут же еще аномалия-то желтенькая. Неприятная. Поэтому пока не идем. Пока не идем. А пока идем за еще одним тайничком, который может тут увидеть кукла. Ну вот, прямо здесь он находится. Давайте-ка вот тоже возьмем с собой в поход. Он там. Он там, да. Вот он прямо там. Он прямо где-то здесь. Ну-ка. Вот видим мы его. Вот он. Ну-ка, сваливайся. Отлично. Давайте-ка поглядим, что же здесь мы найдем. Готово. Готово. Вот такие вещи. Каштанчик, сало, пачка чая и еще один ибупрофен. Отлично. Вот, ну что же, выходим. Выходим мы все-таки уже с этой военной базы. Тут пока ничего. Попозже поговорим с Абдулем. Но это будет, видимо, попозже. Спасибо огромное. Да, это будет попозже. Где рация? Вот она. Ну-ка. Так, вот видите. Так, ну что, давайте, видимо, сперва Чернобыльская Народная Республика. Ты на частоте Чернобыльской Народной Республики. Приветствуем тебя, брат или сестра. Если ты настроился на нас и разделяешь наши взгляды, мы рады приветствовать тебя в любое время суток. Назовись. Это разведчик. А кто вы такие? Что еще за республика? Мы защищаем Чернобыльскую зону отчуждения от губительного вмешательства человека. Нет бездумному отстрелу мутантов и сбору артефактов. Люди должны дать шанс зоне развиваться свободно. Ты поддерживаешь независимость зоны нашей республики? Да? Бред какой-то. Так, ну давайте так ответим. Да? Хорошо. В таком случае подходи к нашей базе. Мы не будем пулять. Всегда рады пообщаться с единомышленником. Вот координаты. Ну, спасибо. Так, получили. Получили координаты хуторка. Лидер Чернобыльской Народной Республики. Отлично. Вот давайте, видимо, туда сперва и направимся. Направимся прямо именно туда. Поговорим. Ну а пока мы бежим к этому замечательному хуторку, снова хочу, ребят, сказать вам спасибо. Спасибо за ваши приятные комментарии. Опять-таки, все вижу, все вижу, все читаю. И спасибо за ваши приятные слова в этих комментариях, за лайки и за все остальное. Вот, кстати, если мы все-таки возьмем данный билетик и попробуем войти в автобус, то уже будет все нормально. Никаких там уже телепортиков не будет, и мы спокойно в него войдем. Ну, как бы зайдем в него. И найдем еще некоторые артефакты. Вот, находим ящичек, а в нем вот такие вещи. Вот такие артефакты. А вот, ну что ж, вот такая уникальная особенность, как бы, ну, не уникальная, так или иначе, грубо говоря, без билета в автобус не войти. Ну, в принципе, все правильно. Без билета проезда не будет. Так что все логично. Движемся дальше. Продолжаем тему именно благодарности. Потому что, ребята, мне спасибо за ваши все приятные вещи, которые вы делаете на моем канале. Вот, и хочу вам посоветовать такую, что ли, как бы, ну, просто именно совет.
Если где-то увидите на другом канале, либо еще где-то в интернете какую-то гадость про меня, вот, грубо говоря, не обращайте на это внимания. Вообще не обращайте. Ну, как бы, то есть, имеется в виду, что не верьте этому ничему. Вот, потому что всегда были и будут люди... завистники. Грубо говоря, чем лучше человек снимает видео, тем больше у него будет завистников и недоброжелателей. Всегда так было и будет. Вот. Поэтому даже не спорьте с этими людьми. Не спорьте, грубо говоря, просто пошлите их подальше. Или пожалейте. Скажите им, что, мол, сочувствуйте, мужик. Такая у тебя судьба, быть именно завистником. Вот и все. Вот такое, что ли, как бы именно вам напутствие. Напутствие, мы уже тем временем добрались вот этого товарища атамана Чехова, лидера Чернобыльской Народной Республики. Ну, давайте поговорим. Так, день добрый. А, разведчик, наслышан о вас, храбрецах. Правильным делом занимайтесь. Как тебя зовут? Я Жикан. Расскажи, кто вы такие и что здесь делаете? Зачем тут окопались и пуляете во все, что движется? Я Чехов, атаман. Хотя предпочитаю, чтобы меня называли батькой. Начну с простого вопроса. Ты знаешь, что такое анархия? Ну, типа борьба против системы и все такое прочее. Анархия, Жикан, это такой социальный строй, при котором каждый имеет право заниматься тем, чем он хочет. При условии, что не мешает делать то же другим. Несложная система, верно? Ну да, как бы полная свобода. Именно. Именно свобода и ничто иное. Вот такая наша цель. Сами мы анархисты, а прибыли сюда с одной целью. Организовать свою собственную республику. Республику? В зоне отчуждения? Вы что, рехнулись? Типичное мнение обывателя. Жекан, ты же разведчик, подумай как следует, где, как не здесь, свободные люди, в принципе, могут организовать свою республику? Здесь полное отсутствие законов, правовых рамок, других ограничений. А если бы я со своими единомышленниками попробовал сделать свою республику внутри какой-то страны, чем бы мне это грозило? Ну, это как бы сепаратизм. Именно. А здесь нам никто не помешает. Аномалии, мутанты, для свободного человека это ерунда. Я и мои братья готовы терпеть любые трудности ради создания первого в мире свободного государства. Вот так-то. Да, авантюрная идея, конечно, но дело ваше. А кого вы здесь так боитесь вообще? Дело было так. 3 дня назад мы сидели у костерка и никого не трогали, как вдруг на соседнем холмом стал кружиться военный вертолет. Покружил и начал садиться, но не тут-то было. Да, вот так вот. Как только он коснулся земли, его стало затягивать в какую-то мощную аномалию. Вояки оттуда стали выскакивать, но повезло не всем. Некоторых затянуло вместе с вертушкой. Они до сих пор над холмом болтаются. В общем, мы решили прийти на помощь бедолагам, но как только приблизились... Эти придурки нас обстреляли. Мы ответили. Начался бой. Потом налетела стая каких-то тварей и помешала нам. Однако неприятный осадок, сам понимаешь, остался. Теперь мы сидим и ждем. Вдруг вояки припрутся. А что это могло быть? Военная операция? Скорее всего, кто-то за периметром узнал о Чернобыльской Народной Республике. И решил просто из подлости своей нашу лавочку, так сказать, прикрыть. Вот скажи, кому мы здесь мешаем? Короче, я и мои соратники будем защищать нашу землю от этих уродов. Зона нам поможет, но пасаран. Да, ситуация скверная. Нужно решить ее силовым путем. Я думаю, что вам надо договориться. Так. Точно. Возлагаю эту миссию на тебя. Так, смотрите, как замечательно прямо. Прямо как замечательно, ребята. То есть без подсказки, тут вообще не догадаться. Вообще. Никак. То есть нужно было спросить куклу, что же нам делать-то при этом мирном решении. Вот, чтобы решить конфликт мирным путем, ты должен сначала спасти разведчика от собак. Он сидит на дереве. Гениально. Просто гениально, ребята. Он там... Тут еще и рюкзачок есть. Разведчик пускай пока подождет. Мы возьмем рюкзачок.
Вот он. Ха, готово. Готово. Ну-ка, что здесь происходит у нас? Вот. Такие вот собачки тут живут отличные. Вот, похоже, и все. Собачек убили. Вот разведчик на дереве. Да ё-моё. На тебе, гадина. Получай. Ну? И как же мы с тобой пообщаемся? Вот так вот. Помочь слезть с дерева. Давай. Спасибо, мужик. Спасибо. Спасибочки. На хлеб не намажешь. Так, вот такой разведчик. Иван. Товарищ Иван, ну здравствуй, собаковод. Эх, брат-разведчик, если бы не ты, все из-за моего ствола, как только эти твари ко мне бросились, его сразу же заклинило. Я Иван, можно просто Ваня. Жикан, а ты как здесь оказался вообще? Прилетел. На вертолете, что ли? На вертолете, что ли? Нет, на ведре. Надеюсь, ведро это было не на колесах? Ха-ха, да ты юморист. Понимаю, что это необычно звучит, но факт есть факт. Окей, тебе, как моему спасителю, я приоткрою завесу тайны, хотя гоблин с пучком просили меня никому не говорить. В общем, есть тут двое ребят, в технике подкованы, будь здоров. Нашли они как-то один уникальный артефакт и замутили, понимаешь, на его основе гравитационный двигатель. Штука в нашем деле полезная, просто жуть. Представь себе, захотелось тебе в зону за хабаром прогуляться, ты берешь свой мешок, но не прешься через посты троп аномалии, а садишься на такое вот ведро с гравитационным движком. Трах-тарарах, и через полчаса ты уже в зоне, понял? Нет? И ни один истребитель не догонит. Не понял ни хрена. Короче, не буду тянуть чернобыльского кота за левый хвост. Пошли со мной, я тебя с этими ребятами познакомлю. Хм, ну пошли. Двинули. Получили координаты тайничка. И где же? А, вот здесь. Понятно. Вот там какой-то тайник разведчика. Попозже на него глянем. Ну и пока бежим то ли туда, то ли все-таки бежим куда-то в другой райончик. А что, нормально. Очень приятно. Как добежим, так, видимо, и продолжим. Вот такая аномалия по пути. Попалась товарищу Ивану. И Иван, как ни в чем не бывало. Ага. Да. Дальше прямо и идет по этим аномалиям. Без каких-либо проблем. И вот еще одна. Нормалевич. Вот, вижу. Тайничину. Отличненько. Собачки, не бойся. Они не кусаются. Потрясающе. Потрясающе. А что же мы взяли? А что же мы взяли? А вот такие вещи взяли. В том числе и железный орешек тоже взяли. Так. Назад. А где же собачки? А, вот. Вот такой, видимо, бобик тоже какой-нибудь. Да, ну что же, давайте попробуем. Попробуем познакомиться с этими людьми. Я думаю, вы прекрасно понимаете, кто это такие. Гоблин и Пучок. Видимо, Пучков. Так или иначе, куча говорильни. Куча говорильни, все читаем в паузе. Как они тут сделали эту машину и так далее. Как она работает и так далее. Так. И что же дальше? Не крути. Как ни крути, но 6 экспедиций мы уже осуществили. Это 7-я. Хотя без проблем, естественно, не обходится. К примеру, при посадке у нас сломался транклюкатор. Мой друг чинит его уже целый день. Но вы, блин, кулибины доморощенные. Так, транк это что вообще такое?
Это один из элементов, понятно. Опять говорильня, окей. Если тебе не трудно, обыщи все танки, БТР и БМП. Найдешь оптический дальномер, тащи к нам. Окей. Вот и все. Какие проблемы? Есть к тебе еще одно дело. Извини, но я пока не могу тебе доверять. Хорошо. Вау-вау. Окей. Мужик нам пока не может доверять. И мы ему тоже. Попьем водички. А тут тишина с пучком. Хорошо. Ну что ж, давайте обыщем. Давайте обыщем эти БТРы и прочие всякие автомобили. А там кто? Там уже, похоже, кабанчики. Золотые руки. Найти дальномер. Брошенная бронетехника. Сейчас мы проверим. И, видимо, найдем его. Данное приборище. Побежали на проверочку. Что такое-то, ну? Почему не умираем сразу? В чем проблема? Так, ну что же. И данную вещичку нужно искать вот именно здесь. Вот именно здесь мы ее сейчас поищем. Внимание. Внимание, ё-моё. Вон он. Да, вон он. Тут еще и кукла. Видит всякие вещи. Будем внимательны. Будем очень внимательны. Аккуратненько. Мило. Нашли кое-чего ненужное. Движемся дальше. Тут, по идее, тоже вроде как должен быть тайничок. Но кукла его пока не увидела. Ну ладно. Так или иначе. Он там. Вот еще один тайничок увидели. Находим ящичек. Находим патрончики. Всякие шлемы и записку болотника. Пойду отосплюсь в домик на болоте, а ночью снова на охоту. Очень любопытно. Очень даже, знаете ли, любопытно. Ну-ка. А, ну тут то же самое. Тут то же самое. Движемся аккуратненько дальше. По всяким этим ужасным местам, заминированным. Так, где тут тайник? А что-то я его не вижу, по-моему. Это не он. Вот он. Тайничина. Ух ты, куда же он улетел-то вообще? Ну ладно, в принципе, не суть. А, тут все-таки колышки-то есть. Но они очень маленькие прямо. Очень маленькие колышки. Фиг сразу и увидишь. Это не очень хорошо. Это, знаете ли, не очень хорошо. Ну-ка, и кто же здесь живет? Что за болотник? Ух ты, это что ж такое? Пойдет он отоспиться. Разбудить мутанта. Сперва лучше наберем водички. Нам пригодится она. Она пригодится. А вот и наш приборище. Отлично. Но сперва пока брать не будем. Что ж такое? Я-то думал, ты поговоришь с нами или еще что-то. А ты просто хочешь убить. Ёперный театралище. Да вот тебе на уже, получай. Тут еще и гады пришли. Тут еще и гаденыши подошли. Ничего, всех убьем. Всех убьем, дальномерчик возьмем. Нормалек. Задание обновили. Слушай, ну какой же подонок, прям откуда ты там издалека вообще? Какого фига, мужик? Так, секунду.
Больше, похоже, мы тут ничего не найдем. Выходим. И сейчас этого гада все-таки убьем. Убьем. Да-да-да-да-да. Секу. Еще как секу, мужик. Сейчас мы тебя хорошенько высечем. Ну-ка, подойди поближе. Товарищи такие. Сейчас, подойди. Вот так, получи. Вот мы тебя и высекли хорошенько. Будешь знать. Вот, получили мы приборище. Возвращаемся обратно к товарищу гоблину. Продолжим прямо там. Так, ну что же, пришли мы обратно к этому товарищу гоблину. Отдаем дальномер. Вот, держи, мужик, приборище. Подарили нам аномальные перчаточки замечательные. Ненужные совершенно, опять-таки. Аномальные перчатки, в которых ремонт будет там, как бы, когда мы сделаем ремонт, то карма как бы повышается. Повышается. Отлично. И еще одно дело. Рассказываем именно про наше дело. Мы хотим подобраться к этому вертолетику зависшему. И нам помогут в этом эти два человека. С помощью своей машины уникальной. Уникальные именно ведра этого. Но надо бы его заправить. Заправить. Вот получили мы канистрочку. Нужно именно компрессия какая-то. Нужна компрессия. И вот ее мы наберем именно вот здесь. А это что такое? А, понятно. Только сейчас заметил бронетехнику. Понятно. Ну хорошо. Так или иначе, движемся прямо вот сюда. Вот, подходим мы к этому району. Подходим. Очень тут прямо радиоактивно. Лут-скалонка какая-то. Все, набрали. Набрали. Возвращаемся обратно к товарищу гоблину. Отлично. Так, внимание. Пока мы тут бегали, похоже, напали на базу. Напали на базу мутанты. Вот, похоже, видим тушканчики. Тушканчики напали. Но ребята справились. Ребята справились. Отлично. Кушает тушканчик собачка. Замечательно утащил за хвостик. Вот, держи свою компрессию. Замечательно. Для того, чтобы все наладить, мне понадобится время. Моя помощь нужна? Теперь уже нет. Иди к граве аномалии и жди. Мы сделаем все, что от нас требуется. Ну что ж, прощай, Кулибин. Прощай, Кулибин. Направляемся прямо к этой аномалии. Прямо к этой уникальной гравитационной аномалии. А собачка кушает тушканчика. Скоро мы тоже покушаем. И вот мы уже прямо здесь. И что же будет? Так, Жиган, мы вылетаем. Вот, прямо они там полетели. На этом... Ну что ж такое-то, ребятки? Ну нормально, что, нормально. Как будто вообще не попали, видимо. Завались, гадина. Ну и что же случилось? Похоже, видимо, аномалия исчезла. Вроде как. Да, похоже, именно так. Аномалия исчезла. Давайте обыщем. Вот, полковник Шарий. База данных воинской части. Метку получили. Записи. Хорошо. Кстати, мы еще не проверили данный тайничок. Попозже мы проверим. Вот тут всякие рядовые. Рядовые. Так, больше мы там ничего любопытного не нашли. Вот, а в записке товарища этого полковника говорится о том, что в его именно распоряжении, это именно приказ. Приказ он получил из штаба. И должен именно охранять военную часть.
И должен еще получить в личное распоряжение какой-то электронный носитель, который должен быть вот именно здесь, в комнате с компьютером. Давайте-ка поглядим. Вот. Так, получили. В чем дело? Вот получили такой носитель. Отлично. Принадлежащий военным. Как же выключить сигнал тревоги? Ну, тут, видимо, ничего, да, это штаб. Мы туда уже проникли. Вот, данный квестик просто не доделан, поэтому мы могли открыть ключиком уже нормально все. То есть, не нужны были какие-то еще действия, помимо этого дела. Но, так или иначе, мы получили носитель. Видимо, сейчас мы этот носитель отдадим. Отдадим тем самым военным. На хуторке. Я так думаю. Я думаю, именно так. Давайте проверим. Нет, идем мы не к военным, а возвращаемся обратно к этому Ивану-разведчику. Эти кто-то уже, видимо, улетели, ребята. Поехали дальше летать по зоне. Так, порядок. Да, улетели наши авиаторы, только пыль столбом. А ты что? Вот и решил остаться. Много дел еще сделать надо. Я смотрю, что ты помогаешь нашему брату-разведчику. За это я даю тебе доступ к своему убежищу. Вот ключ от двери. Оно находится в вагончике, недалеко от того места, где была гравитационная аномалия. Ну, спасибо. Спасибочки, но военные меня не пустили. Военные меня пока не пустили к себе в домик. Вот, поэтому я прибежал именно вот сюда, вот. Давайте проверим убежище товарища Ивана. Проверим. Проверим и бежим прямо туда. Но перед этим заглянем на базу анархистов и снова поговорим с этим атаманом Чеховым и получим от него... От него именно миноискатель. Получим миноискатель, чтобы проникнуть все-таки к этим военным. К ним проникнуть и попробовать договориться, чтобы они уже не нападали на этих людей. Чтобы все было хорошо. Спасибо. Получаем мы миноискатель и уже бежим теперь к военным. Без каких-либо проблем. Вот, получили мы вот такой миноискатель. Повесим его на пояс и побежим к военным. Продолжим прямо там. Так, подходим. Вот, видим, да, видим мины. Аккуратненько проходим их. Вот и все. Проникли. Проникли, и все нормально. Военные как будто нас и не видят. Все отлично у них. Все прямо на посту. И никакой тревоги. Вот такой майор Ткаченко. Майор Ткаченко, хорошо. Он пока не разговаривает. А вот и сержант Геращенко. Сейчас пообщаемся. Да, сейчас пообщаемся. На ходе поздно уже. Но так лишь пообщаемся. Здравия желаю. Как обстановка? Посторонние! А ты, наверное, разведчик? Что же, обстановка у нас не очень хорошая. Но боевой дух моих солдат на высоте. С какой целью интересуешься? И как ты вообще проник сюда? Я же приказал заминировать все вокруг. Расслабься, сержант, я хочу помочь. Что с вашим командиром? Контузия, сотрясение мозга. Стоп! Я приказываю тебе немедленно сдать оружие. Это еще зачем? За дурака меня считаешь? Знаю, откуда ты приперся. Из лагеря этих гадов. Оружие на землю, руки за голову. Быстро! Эй, бойцы, хватай этого сепара какого-то. Да ты чё, совсем балдел? Руки за голову! Ух ты, блин. Влипли. Вот это да. Я-то думал, уже все, сейчас договоримся. И финиш. Что такое? Где я? Ты недалеко от нашего убежища. Сержант приказал мне, мне отвезти тебя сюда и убить. Ну и что ты ждешь? Ничего.
Я послушал твой с ним разговор, понимаешь? Я не хочу сидеть здесь вечно. Я домой хочу. Меня невеста ждет. Наш командир контужен, а сержант этим пользуется и заставляет нас торчать тут и охранять непонятно что. Он говорит, что на нас напали те анархисты, но это неправда. Я точно помню, что они сперва хотели поговорить. Этот сержант реально двинутый по фазе. Он какой-то психованный. Ну, продолжай. В общем, я сейчас пальну в воздух, а ты сваливай. Больше ничего предложить не могу. Спасибо. Но как помочь вашему-то командиру-то все-таки? У него сотрясение мозга. Необходим сильный препарат-стимулятор. Но такого у нас нету. Но правда, в вертолете, на котором мы прилетели, был ящик с медикаментами. Можешь поискать его. Я видел, как он вываливался из кабины. Ну, постарайся его найти. Так, куда бежать нужно? Будешь пулять? Пулять-то будем? Вот, возьмем. Похоже, мужик пулять не будет, видимо, да? Так. Да, ничего, видимо. Никакого действия, по-моему, не происходит. И у нас все украли. У нас снова все украли. Да что ж такое-то? А как же этот... И миноискателя тоже нету. Здорово. Очень здорово. Вот тайничок, ящик с медикаментами. Хорошо. Как же мы здесь пройдем? Есть ли тут везде мины? Вот так. Взяли и убежали. Отлично. Убежали и добежали уже прямо до этого вагончика товарища Ивана. Давайте заодно заглянем и в вагончик. Поглядим. Вот. Как обычно, водичка, компьютер и другие всякие вещи, ящичек для вещей. И мы тут можем, если что, поспать. Можем, если что, тут и поспать. А вот тут мы находим именно ящик с медикаментами. Вот и он. Вот и он. И вот тот самый именно препарат. Стимулятор. Замечательно. Взяли. И это, видимо, тоже все возьмем. И это тоже возьмем. Вот так. Это пригодится. Возвращаемся обратно к военным. Думаю так. Так, и вот мы уже снова здесь. Вот мы уже снова здесь. Ну как же мы пройдем-то? Ну-ка. Сможем мы прям таким же путем пройти обратно? Не нарвавшись на мины. Нормалек. Вроде бы как прошли. Ножа тоже нету. Ножа тоже нет. Ну ладно. Окей. Заходим к военным. Отлично, вот. Тут, по-моему, что-то происходит. О, вот и диалог. Майор, очнись и применяем стимулятор. Ох, моя голова, что произошло? Мы уже приземлились. Приземлились мы давно, теперь нужно думать, что делать дальше. Я нашел тело полковника и знаю, зачем вы летели сюда. Блок памяти у меня. Да хреново, что ты цивильный, все знаешь. Так или иначе, ты должен отдать этот предмет мне. Ну, забирайте, но что вы будете делать дальше? Разве я должен ставить тебя в известность по поводу моих планов? Нет, но меня интересует только одно. Как скоро вы отсюда уйдете? Одним людям вы здорово мешаете. Уходить я не собираюсь. Почему? Я летел сюда затем, чтобы остаться в зоне и бороться с ней изнутри. Тем бойцам, которые не разделяют моих именно взглядов,
Я дам свободу действий. Пускай идут к точке эвакуации. А я и мои единомышленники останутся здесь и будут бороться с мутантами и незаконной добычей артефактов. Это мой долг. Тем, кто тебя прислал, скажи, что мне теперь не до них. Так что пусть не переживают. Ну, я смотрю, травма. Травма не прошла даром для твоего здоровья. Вот и все. По-моему, это был намек на группировку «Долг». Может быть. Вполне возможно, если майор Ткаченко. Так или иначе, похоже, что миссию мы выполнили. Выполнили. И возвращаемся обратно к атаману. Но перед этим, давайте-ка проверим тайничок разведчика. Давайте-ка поглядим, что же мы там сможем найти в этом тайничке. Поглядим. Секунду. Так. Вот. Отлично. А где же сержант? Куда он пропал? Очень любопытно. Куда-то, видимо, ушел. Да. Сержанта тут больше нету. Ну что же. Бежим, проверяем тайничок. Давайте поглядим. Так, и вот мы уже прямо находимся около этого тайничка. И что же в нем? А, Сева. Ну, ребятки. Сева пускай тут и лежит, отдыхает. А мы уже уходим. Уходим и бежим к анархистам. Продолжим прямо у этого атамана Чехова. Вернулись мы обратно. Вот, ну что ж, мы увидели, грубо говоря, зарождение именно двух группировок. Двух известных прямо самых группировок. Именно «Свобода» и «Долг». Вот такие прямо делища тут в этом моде. Давайте-ка сварим хвостик. Попозже его обязательно поедим. Очень вкусный хвостик. Эх, зараз без сальца, да. По цибульке. Потом с цибулькой прям поедим. Но перед этим поговорим. Ну, атаман, можешь расслабиться. Ну, давай, обрадуй меня. Вояки ушли. Не все, конечно, но самые ярые точно. Нападать они уже не будут. Замечательно, Жикан. Ты очень серьезно помог нам и нашей маленькой, но гордой республике. Все эти игры не для меня. Вижу, что это не твое, но без награды я тебя не отпущу. Спасибо. Ну, вот получили такую награду. Винтовку М16 А2 и патрончики к этой винтовке. 4 пачки. Отлично. Давайте ее прорекламируем. Эту пушку. Вот такая пушка замечательная. От атамана Чехова. Вот, ну что же, миссия комплит. Возвращаемся обратно к товарищу Абдулю. Продолжим прямо там. Ну что же, прибежали мы к Абдулю, беседуем с ним по поводу того, что аномалия исчезла, что это именно наших рук дело. И уже отправляемся дальше. Отправляемся дальше на север. Пойдем в сторону Припяти. Вот, но в лесочек мы не пойдем. В лесочек мы не пойдем, потому что там очень много мутантов. Мы пойдем как бы в обход этого лесочка. Выдвигаемся. Ну что же, вот такие у нас были приключения в этой серии. Пришло время ее заканчивать. Так или иначе, не забывайте про ваш лайк, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропустить любое новое видео на нем. Всем пока, всего вам хорошего, увидимся в новых видео. Всем пока!